когда случается любовь с большой буквы. Когда живешь, дышишь, смотришь и воспринимаешь всю окружающую действительность только через образ единственный, неповторимый, любимый или любимого, зависит от вашего пола. И ребята это передали. Какие средства они нашли для передачи? Как у них это получилось? С моей точки зрения, мы только что видели сильнейший номер сегодняшнего дня. Спасибо им большое. Они достойны. Конечно, Петя потрясающий творческий человек, виртуозный фигурист. Спасибо огромное за то, что он Таню раскрыл. Просто на одном дыхании номер. И Таня была просто красавица. Просто еще в копилку маленький шедевр.